Первоуральске за минувшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии заболели 840 горожан. В стационаре инфекционного отделения больницы на Диносе лечение проходят 45 человек. 15 пациентов сегодня выписали. В Свердловской области заболели еще 268 человек. Общее число заразившихся достигло почти 34 тысяч. Лечение сегодня проходит более 7 тысяч уральцев. Более 200 из них находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, продолжает расти и статистика смертности. Оперативный штаб Свердловской области сообщил еще о 5 жертвах коронавируса. Но есть и позитивная динамика. Из больниц региона выписали более 300 человек. То есть больше, чем количество новых заболевших. Всего врачи вылечили свыше 26 тысяч уральцев.